Врачи, учителя, чиновники и депутаты. В этот вечер все они отвлеклись от дел и ненадолго перевоплотились в волшебников. В преддверии Нового года каждому предстоит примерить на себя роль Деда Мороза. Под этими блестящими снежинками прячутся заветные желания. Задача гостей – выбрать понравившуюся и исполнить мечту из детского письма. Первым новогодний подарок для адресата выбрал глава городского округа Дмитрий Волошин. По идее, мне нужно взять номер один. Ну, я не знаю, как номер один. Вы можете взять сразу верхний ряд. Да, я возьму номер 13. Несмотря на тягу детей к компьютерам, гаджетам и прочей цифровой технике, в письмах Деду Морозу куклы, машинки, игрушки по мотивам популярных детских мультфильмов. Дмитрию Волошину досталась именно такая. В своем пожелании ребенок по имени Тимофей попросил меня катер из мультфильма «Щенячий патруль». Конечно же, такое простое желание будет незамедлительно исполнено. Если у тебя есть возможность сделать что-то хорошее, и желание, самое важное, ты всегда должен этим пользоваться и незамедлительно это реализовывать. Исполнить важное желание предстоит и заместителю главы администрации Ирине Тесливой. В письме маленькая Маша уверяет, весь год вела себя хорошо. Взамен просит у Деда Мороза коньки, потому что давно мечтает покорить лед. Я даже планирую организовать для моей подопечной мастер-класс на нашем любимом театральном катке. Очень отрадно, что наши дети, в какой бы сложной жизненной ситуации ни находились, их родители или у них какие-то обстоятельства, все-таки думают о спорте, о хорошем проведении зимних каникул и зимних выходных. Заветное желание обрести машинку мечты совсем скоро исполнится и у Саши. Роль дарителя транспортного средства на себя взяла заместитель главного врача областной больницы Ирина Спирина. Мальчик из газетной семьи, я так понимаю, его мечта — машина, которая светится. Я очень люблю детей и хочется, чтобы мечта осуществилась. Пускай это светящаяся машина. Если это принесет радость, я очень рада ему помочь и, в общем-то, сделать такой подарок. Подарки от помощников Деда Мороза и Снегурочки в этом году получат 30 детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. «Елка желаний» – всероссийская акция, которая проводится по инициативе президента Российской Федерации. В Химках «Елка желаний» проходит третий год подряд и каждый раз становится поводом поверить в новогоднее чудо.